Агропромышленная неделя стартовала в республике. В рамках международной специализированной выставки «Белагро-2024» жители и гости Беларуси могут ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. Это прекрасная возможность найти новых партнеров, обменяться опытом, продемонстрировать новинки. Ежегодный набор детей в первые классы начнется в Беларуси с 12 июня. До 15 августа школы и гимназии будут принимать заявления от родителей. Приносить документы необходимо в часы работы приемной комиссии. Их график размещен на сайтах учреждений образования. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Бобруйского горисполкома. По 15 сентября в Могилевской области проводятся мероприятия в рамках специальной программы МАК. Работа сотрудников подразделений по наркоконтролю и других служб будет направлена на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, пресечение деятельности лиц, которые занимаются выращиванием и возделыванием мака и конопли. В Беларуси отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Ежегодно праздник помогает привлечь внимание общественности к актуальным проблемам и подчеркнуть острую необходимость в изменении отношения человека к природным ресурсам. Главная цель – призвать людей задуматься о последствиях сегодняшних экологических ошибок. 17-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» пройдет в Бобруйске с 27 июня по 1 июля. В планах проведения гала-концерта, выступлений творческих коллективов, масштабного торжества, посвященного Дню города. На участие подали заявки 12 стран. В общей сложности фестиваль могут посетить 500 представителей из России, Кыргызстана, Венесуэлы, Кубы, Сенегала, Ганы и других государств.